3 февраля в УГУ состоялось пленарное заседание ежегодной Всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры». Более 1000 ученых из 18 городов России, Казахстана и Украины в течение 3 дней представят более 650 докладов о проблемах современного университетского образования. География участников свидетельствует о том, что когда-то выбранная проблематика она остается актуальной, остается очень значимой. Взаимодействие университетского образовательного сообщества с бизнес-сообществом – это как раз одна из центральных проблематик как и секционных заседаний, так и пленарных заседаний. Также поприветствовала участников пленарного заседания начальник отдела науки и координации деятельности вузов Министерства образования Оренбургской области Елена Луцай. С докладом «Высшее образование России и единое европейское образовательное пространство» выступила директор Центра изучения проблем профессионального образования Ольга Олейникова. Если вы посмотрите на ведущие университеты мира, которые занимают в ранге и в рейтингах мировых ведущие места, вы увидите, что количество их программ и услуг настолько диверсифицировано, что трудно себе представить, что это может делать современный университет. Да, это становится как предприятие, это становится организация, которая способна удовлетворить потребности региона, муниципалитета, социума, в котором живет. О проблемах сопряжения образовательных и профессиональных стандартов говорил представитель бизнеса. Вот по практике ориентированности было в университете здесь какое-то совещание. «Газпром» выступал, «Оренбург Энерго», «Мало руками работают» и так далее. Вот ради бога, уберите от них вот это много руками работать у студентов. Для инженера практика – это не напильником работать, а это уметь рассчитать конструкции, уметь правильно нагрузки задать, уметь оформить конструкторскую документацию, технологическую. Рабочий орган инженера – мозг, а не руки. Не надо напильниками работать. Заседание транслировалось в режиме реального времени для преподавателей филиалов УГУ. Конференция продолжит с работой 23 секций, где ученые обсудят различные проблемы влияния университетской науки на социально-экономическое развитие не только региона, но и страны в целом.